На сегодняшний день Анапа – один из ключевых муниципалитетов, который формирует стабильность экономической отрасли Кубани. Об этом говорят цифры. В течение нескольких лет доходы бюджета выросли вдвое и сейчас составляют более 10 миллиардов рублей. В послании, вы помните, Владимир Владимирович Путин определил одну из главных задач – сделать нашу национальную экономику еще более эффективной, современной и инновационной. Сегодня благодаря политике нашего губернатора, грамотной политике, системной, экономика нашего региона отвечает этим требованиям. Она демонстрирует высокие темпы роста. Экономика развивается. Она сегодня входит в пятерку крупнейших региональных экономик нашей России. Ну и Анапа. Есть серьезный инвестиционный потенциал. Наш финансово-экономический блок достаточно мощный. В общем, одним словом, мы с вами имеем все инструменты для того, чтобы экономика нашего города процветала. За последнюю пятилетку оборот организации увеличился более чем в два раза и достиг 210 миллиардов рублей. С 10 до 33 миллиардов вырос объем инвестиций в основной капитал, а по рейтингу инвестиционной привлекательности Анапа стабильно удерживает лидирующие позиции в регионе. Василий Швец подчеркнул, что наряду с базовыми необходимо развивать и другие направления, в том числе легкую промышленность и IT-среду. Дополнительные ниши нам надо с вами вместе искать. Дополнительные ниши нужно обсуждать, тем более, что сегодня все инструменты, что на федеральном, что на региональном уровне, есть. Сегодня свою деятельность на курорте осуществляют более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены активно пользуются мерами господдержки, что в результате создает благоприятные условия для ведения коммерческой деятельности. Динамика изменений значительная. Здесь, мне кажется, нам действительно нужно поработать и все-таки расставить для себя приоритеты, где, в каком направлении мы сможем развиваться. А для этого, конечно, нужно очень внимательно проанализировать те меры поддержки, которые сегодня есть, как они работают и какой эффект они дают для того, чтобы экономика муниципалитета развивалась. Во время расширенного совещания мэр курорта Василий Швец также поставил задачу организовать отраслевые стратегические встречи с бизнесменами. Первая состоится в начале апреля. Никита Бойко, Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.